Итак, всем доброго времени суток. Салам алейкум. Я недавно смотрел один видеоролик. Лайфхак. Создатель этого ролика утверждает, что не стоит выбрасывать этот круг, наждачный круг от вот такой вот маленькой болгарки. МШУ. Да, вторую маленькую болгарку. Такой вот наждачный круг. Видите, он уже подизношенный. Нормально подизношенный. Создатель того ролика утверждает, что если вот это место срезать, можно его использовать дальше. Да, если так посмотреть, тут вроде бы нормально. Так, начнем, посмотрим, проверим. Этот лайфхак. Работает ли этот лайфхак? Если работает, будет шикарно, четко. Да. Для этого не нужно. Но он использовал вот такой вот канцелярский нож. Я не знаю, получится, наверное, или нет. Если не получится, я добью вот с таким кругом. До конца я его добью все равно. И посмотрю. Проверю, работает этот лайфхак. Вот так вот, короче. Да, ты, вон ты. Да-да-да, вот именно ты. А ты подписан на мой канал? Если не подписан, вот здесь вот будет, это вот здесь, ну, где-то вот здесь будет. Да, вот здесь будет где-то. Нажми и сделай его себе. И если не сложно, поставь вот такой вот отдушинский лайк. Братский, мне будет очень приятно. Поехали, короче. Попробуем канцелярским ножиком срезать, как он говорил. Ну, я же говорю, это не получится, наверное. Канцелярским ножиком не получится, наверное. Просто вот я все эти моменты убрал, срезал. Сейчас будем все аккуратно подряд очищать, убирать и посмотрим, что получится. Должно вроде получиться нормально. Камеру переставить, чтобы нормально заснять. Продолжаем. Осталось чуть-чуть.
Зачищаем последние штрихи. Почти что все. Как-то так вот. Вроде неплохо. Убрал сношенные места. Вроде бы появился новый, невредимый зону наждака. Испытаем, посмотрим, проверим, что и как в деле. Итак, ну, в рабочей зоне у нас есть такой профиль со сварочными швами. Сейчас посмотрим, чистим, проверим. Зажимаем в тиски. Вот наш наждачный круг. Надеваем на болгарку. Болгарку или мышевую. Называют, кто как называет. Я не стал снимать защиту, мало ли что, пускай будет в защите, и проверим, что у нас получится. Вот такие вот дела. Проверил. Вроде бы нормально. Ну, так себе. Пару раз можно использовать. Вот. Зачистил, прям блестит. Сварочной точки уже нету. Видео грамотно, четко. Еще грамотнее, чище будет, если вот, вот здесь вот эту красную кнопочку нажмете и сделаете серым. И поставите вот такой вот четкий лайк, если вам понравилось. Если не понравился, тоже ставьте лайк или дизлайк. Напишите пару комментариев, если вам не сложно. Всем спасибо, всем ассаламу алейкум.